Год назад это был один из главных транспортных хабов Олимпийской столицы. Но и последние несколько месяцев выходные здесь также многолюдно. Горожане специально едут на Мацесту, чтобы купить свежие продукты питания без торговых наценок. Когда мне нужно, я приезжаю, картошку здесь беру, овощи беру, масло, сыры можно здесь взять. Здесь как-то более качественно и более доступно. Здесь можно купить продукцию личных, подсобных и фермерских хозяйств, птицефабрик и предприятий, перерабатывающей промышленности Кубани. Продают, как говорится, с колес. Товары привозят примерно 70 машин. Верхняя планка цен под контролем муниципалитета. Ее устанавливают еженедельно перед началом работы ярмарки. Повышать их продавцы не имеют права. За этим следят. Цена на ярмарке здесь, она... рекомендуется и сложившихся средних цен на территории Краснодарского края, ну, с учетом логистического пути, да, там, города, на 30, от 30 до 50 в зависимости от, ну, процентов, в зависимости от продукции, она меньше, чем на рынках города Сочи, и до 20-25% меньше, чем в гипермаркетах города Сочи. Килограмм картошки здесь можно купить за 30 рублей. В магазинах продают как минимум на 3 рубля дороже. Десяток отборных яиц стоит 60 рублей. В других торговых точках курорта на 10% выше. По данным Управления сельского хозяйства администрации Сочи, Мацестинскую торговую площадку за 3 дня ее работы посещает около 3000 горожан. Учитывая популярность ярмарок и по просьбе горожан, муниципалитет принял решение обустроить такую торговую площадку и в центральном районе города. Пока место еще не выбрано. Мэрия ищет территорию, удобную как для подъезда к ней на личном транспорте, недалеко от остановки маршрутных такси. И главное, чтобы из-за ярмарки не создавались заторы на дорогах курорта. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.